Доброе утро! Меня зовут Колесникова Людмила Ивановна. Я сегодня вам расскажу, как можно с помощью фетра, ниточек, мулины, ленточки сделать украшение на новогоднюю елку. Мы берем шаблоны, либо их еще называют выкройки. Это вот такая вот в виде капельки, это тело птички, клювик и крылышко. Всего три детали. Для тела птички мы возьмем желтый фетр, яркий, чтобы оно у нас на елке смотрелось красивой. Накладываем выкройку и можно пунктиром слегка обвести и вырезаем острыми ножничками строго по контуру, не прибавляем прибавки на швы. Пока откладываем. Первым мы обрабатываем клювик. Прокалываем деталь только верхнюю и начинаем шить петельным швом. Ниточку, выходящую из ушка, берем в руки и обматываем ею кончик иглы. И вот таким образом прошиваем весь клювик. Мы его прикрепляем к месту расположения на теле птицы нашей. Мы прикалываем это место и опять петельным швом начали прошивать всю птичку. Отрезаем ленточку. Для того, чтобы наполнить птичку синтепухом, мы оставляем отверстие, не зашиваем немножко. Берем синтепух. И теперь нам надо их прикрепить. Вот они как будто бы на взлете у нас, птички, летят. Надо еще приклеить глазик. Для этого можно взять хотя бы клей-карандаш. Можно еще украсить бисером при желании, еще сделать какую-то лишнюю цветную линию. С наступающим!